Девочки и мальчики, хочу вам показать, как я рисую нейрографику. Сегодня будем рисовать нейрографику на желание. Вот хочу в путешествие. И я вот выбираю черный карандашик. Черный карандашик. И, значит, рисую. Вот она я. И вот оно. Ну, напишем путешествие. 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 Ну, это я, да. И начинаем проводить нейролинии. Смотрите, нейролинии не должны быть повторяющимися. То есть, смотрите, я что имею в виду. Я имею в виду, вот этот отрезок не должен быть такой же, как вот этот отрезок. Или вот как этот отрезок. То есть, не повторяющийся. Если у кого-то есть сложность с проведением нейролиний, то можно взять монетку. И монетка, значит, здесь, и ведешь вот так по монетке. Я как-нибудь покажу вам. И вот отсюда от себя рисуешь вот эти вот нейролинии. Так вот, вот так вот. Так вот нейролинии рисуешь. Так, затем, что мы делаем? Мы что-то плохо фокусирует. Затем мы вот эти вот углы усиливаем и все это скашиваем все углы. Ну, и так со всеми углами. Все углы мы скашиваем. Так примерно получается. В общем, результат я вам покажу.